Проект бюджета предварительно рассмотрели на публичных слушаниях. Большую часть, 78% средств, направят по традиции на социальный блок. Это по-прежнему все наши защищенные статьи. Это отрасль образования, культура, социальная сфера. Все выплаты, пособия, которые предусматриваются в муниципалитете. Также это все национальные проекты, также это все проекты, которые у нас стоят в плановом периоде 23-25. Поэтому бюджет достаточно сбалансирован, и я уверен, что он будет основополагающим для развития города в дальнейшем. В городской бюджет заложили средства для реализации 3 нацпроектов – безопасные и качественные дороги, жилье и городская среда, образование. В школах по-прежнему продолжат организовывать бесплатное питание. Такую меру социальной поддержки получат и дети участников СВО. Депутаты поддержали это решение единогласно. Также рассмотрели программу приватизации имущества. От непрофильных активов мы всегда стараемся избавляться, с тем, чтобы подходить к решению вопросов местного значения, с тем балансом, который нам необходим. Поэтому это сложившаяся нормальная процедура. Например, в списке помещений – подвалы некоторых многоэтажек и дома книги. Ангелина Яхонтова, Алексей Еременко. События дня.